Туристический поезд «Линду» является первым туристическим поездом высокого класса в провинции, созданным совместно группой лесной промышленности города Ичунь и управлением железной дороги Харбина. В общей срочности в нем имеется 15 вагонов с разнообразной инфраструктурой. Поезд предоставляет пассажирам универсальные услуги, такие как экскурсии, развлечения, проживание, питание и отдых и так далее. Ичунь называют лесным кислородным паром, где есть красивые пейзажи. Я хотела поехать на таком поезде в Ичунь. Экскурсионный поезд также обладает функциями отеля, что является непроходимым креативным моментом. После первого запуска поезда будет находиться в стадии пробной эксплуатации. Официальный маршрут будет забронирован в соответствии с потребностями пассажиров. Сочетая три тернии короткой линии, краткосрочной три тернии дуры, популярные ритм дуры, мы предлагаем многофункциональные услуги, такие как железнодорожные встречи, железнодорожные кинотеатры, железнодорожные книжные дома, железнодорожные свадьбы и так далее, и сотрудничаем с более чем 30 живописными местами и гостевыми домами вдоль маршрута в город Ичунь. С начала этого года по настоящее время мы запустили 36 специальных туристических поездов, а в августе мы планируем запустить 10 специальных туристических поездов для оказания помощи провинции Синьцзян. 18 железнодорожных культурно-туристических групп по всей стране объединяются, формируются совместные сети культурно-туристических групп. В этом году мы предлагаем запустить 157 специальных туристических поездов.